Для начала снимаем резонирующий пластик и опустошаем бочку, чтобы начать с чистого листа. Ну а теперь ставим педали и будь что будет. Да, это дело определенно требует заглушки. Начнем с одного тоненького слоя поролона. Как будто бы толком ничего не поменялось. Двигаемся дальше. Так, еще немножко поролона. Нет, эта бочка все еще никуда не годится. Пошла в ход разнообразная ветошь. Какая прелесть, что-то вроде миниатюрного коврика для фитнеса. У нас появляется некий результат, но все еще слишком громко. Ага.